Народ, всем большущий привет! После покупки бытовой техники частенько остаются кусочки пенопласта от упаковки. Сегодня расскажу, почему не стоит выбрасывать эти кусочки и как их можно применить в хозяйстве. Этот совет очень подойдет владельцам частных домов или дач. Помимо пенопласта нам понадобится ксилол, он продается в любом строительном магазине. Наливаю немного в пластиковый стаканчик. И теперь я начинаю растворять пенопласт. Ксилол с легкостью справляется с этой задачей. Растворить нужно такое количество, чтобы состав принял консистенцию легкого сиропа. Примерно вот так вот должен выглядеть состав. Друзья, в итоге у нас получился супер бюджетный состав для покрытия различных поверхностей. После высыхания поверхность приобретает прочную водоотталкивающую пленку, другими словами, самодельный лак, который можно использовать как в прозрачном виде, в этом случае материал сохранит свой цвет, а можно и заколеровать. Давайте попробуем добавить света. Для этого разолью состав по разным стаканчикам и добавлю колер. Колер использую либо универсальный, либо для алкидных эмалей. Все тщательно необходимо перемешать. Давайте нанесем для начала на дерево. Как видите, наносится легко, цвет достаточно насыщенный. К тому же это покрытие дает очень прочную защиту от механических повреждений, в отличие от краски, но и немаловажный плюс это, конечно же, ценник. А что будет, если нанести на металл? Давайте попробуем. Наносится также с легкостью, но одного слоя явно будет маловато. Если нанести несколько слоев с межслойной сушкой, то перекроет все очень даже неплохо. Думаю, многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой в гараже, когда подметешь бетонный пол, а спустя какое-то время он опять весь в пыли и крошках, как будто не подметал. Это потому, что бетон или стяжка шелушится. Так вот, если его покрыть таким вот составом, то проблема уйдет. Народ, вот таким вот необычным способом можно применить пенопласт. Кстати, его можно с легкостью заменить лотками от яиц или тарелками от дошика. Поделитесь своим мнением в комментариях, кто что думает по этому поводу. Пользовались ли вы такими составами? Поддержите лайком, если вам понравился выпуск. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные ролики. Я всем желаю всего самого хорошего. Мира и добра вам и вашим семьям. Всем пока-пока.